Тематическая юморина для школьников младших классов прошла в филиале номер 3 централизованной библиотечной системы для детей. Задания и конкурсы были подобраны с учетом знаний ребят о здоровье человека. В мероприятии приняли участие малыши, закончившие первый класс ОША номер 2. Своеобразный медицинский осмотр провела главный врач воображаемой поликлиники, библиотекарь Марина Даниленко. Далее последовали шуточные загадки, танцы сидя на стуле, конкурс «Прием ведет психолог» и необычное медицинское тестирование. По итогам юморины стало ясно, что оперативное лечение юмором прошло достаточно эффективно, ведь море смеха и неподдельная детская радость – лучшее тому подтверждение, а диагноз «хорошее праздничное настроение» получили все его участники. В завершении ребята посмотрели «Ералаш» и художественный фильм «Приключения желтого чемоданчика». Анна Кириленко, веб-студия «Курьер».